Более 3500 случаев заболевания ОРВИ и гриппом зарегистрировано за прошедшую неделю в Стерлитамаке. По данным Роспотребнадзора, более 80% из них – дети, 33% – школьники. Остальные дети в возрасте до 7 лет. Подъем заболеваемости сезона отметили ведомстве, причем появляются не только грипп, но и случаи парагриппа, аденомовирусная инфекция, риновирусы и другие инфекции. Распространяется вирус гриппа типа H1N1. Это в народе его называют свиной грипп или пандемический тип гриппа. Но он характерен тем, что к такому же, как обычному сезонному гриппу присоединяются еще и явления интоксикации, такие как жидкий стул, рвота, так же, как и любой другой вот этот вид гриппа пандемический, с резкого подъема температуры, с боли в голове, в глазных яблоках, мышцах, в суставах, першение в горле. Затем уже через несколько дней может присоединяться кашель. От заболевания гриппом защищается временная вакцинация. Также следует соблюдать простые правила гигиены. Чаще мыть руки с мылом, проветривать помещение и проводить влажную уборку. При недомогании врача лучше вызвать в первый же день.